Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Интересные вещи из СССР». Сегодня мы произведем распаковку и обзор. Очки вот такие защитные. Очки ОЗЗ-5. Заводской шифр очков. Сейчас я произведем распаковку и обзор. Давайте начнем. Итак, очки абсолютно. У меня две упаковки. Это Ксунский оптико-механический завод. Вот эти очки. Заводской шифр очков. Здесь посмотрите. Все, стекло триплекс. Так, логотип завода. Далее открываем. Тут, смотрите, тряпочка, которой можно протереть очки от пыли и грязи. Далее сама инструкция. Поставьте на паузу, можете прочитать. Ксунский инструкция. Можете прочитать, стеклами очки. Правила использования, видите, с этой стороны. Вот так вот можете посмотреть. Далее сами вот эти вот очки. Посмотрите, вот они очки. Здесь вот нос, отверстие для носа. И сами очки, вот эти стекла. Здесь есть такая резинка. Регулировать длину вот этой резинки, чтобы подходило под разную голову. Давайте сейчас я измерим их. И вес сейчас узнаем. В длину 18 сантиметров. Вес сейчас узнаем этих очков. Грамма. Итак, давайте эти очки сейчас я одену, продемонстрирую. Итак, ну вот я надел, под себя подогнал, резинку можно регулировать. Вот такие вот очки защитные. Для чего, я думаю, они использовались? Тут написано в инструкции, что используются они для завода. Для всяких вот работ, кто работал, чтобы не попадала стружка, какая-то пыль, вредные, может, химикаты какие-то, что-то связано с вредным производством. Вот они, такие вот очки для защиты глаз. Давайте прочитаем. Очки открытые с однослойными и бесцветными стеклами, предназначены для защиты глаз от стружек, мелких частиц, твердых тел и мелких осколков, от брызг химических и неагрессивных жидкостей. Очки закрыты с однослойными бесцветными стеклами, предназначены для защиты глаз от ветра, пыли, стружек, мелких частиц твердых тел и мелких осколков, от брызг химических и неагрессивных жидкостей. Тут несколько видов, есть трехслойные очки. Вот эти очки, я думаю, можно использовать также на мотоцикле, когда мы едем что-нибудь. Ну, вы пишите в комментариях. Так, очки защитные достаточно неплохие. Отлично, очень удобно. Ничего, стекло не увеличивает, не уменьшает. Такое вот просто стекло защитное. Достаточно удобно. Здесь есть вот такая вот тряпочка. Можно это все дело протереть. Итак, пишите в комментариях, у кого были такие очки, я буду очень рад. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!